Привет, детка. Ты очень бодрый этим утром. А почему бы и нет? Меня восстановили в должности. Поскорее бы уже отправиться в море. Я так тобой горжусь. Я приготовила тебе большой завтрак. Налетай. Классно. Дорогая, ты бы знала, как я благодарен, что ты проходишь через все это вместе со мной. Я с тобой, Сэм, потому что я верю в тебя. И я знаю тебя. Они заставили тебя выглядеть как недотёпа. С таким придурком. СМИ действительно поимели выгоду от того, что связались с тобой. Тем не менее, это была не твоя вина, что твой танкер налетел на тот риф и разлилась вся эта нефть. Просто потому, что ты капитан, не означает, что ты должен нести ответственность за все мелочи, происходящие на твоем корабле. И когда танкер начал течь, компания просто сделала то, что должна была сделать. Они предотвратили шумиху. Так бы поступила любая разумная компания. Откуда они могли знать, что разлив был слишком большим, чтобы его сдержать? Они просто сделали то, что считали нужным. Так что они сделали следующий логичный ход. Какой ход? Они высыпали абсорбирующее вещество на разлив, чтобы он впитался. Все в порядке, дорогой? Да. Набираю кофе. Да, это абсорбирующее вещество было отличной идеей. Жаль, что это привело к еще большему беспорядку. Они действительно прекратили течь, когда просто решили сжечь все. Это было блестяще. Иногда это единственный выход. Это очищающая сила огня. Тебе просто надо сжечь, что ты можешь, и позволить матери природе позаботиться об остальном через испарение. Через каких-нибудь 100 лет или типа того, они никогда и не узнают, что был этот глупый маленький разлив. Я думаю, ты права, дорогая. Мы поступили правильно. Конечно. Я так тобой горжусь, Сэм. Боже, посмотри, сколько времени. Там в порту новенький танкер с нефтью, мистер, и он назван в честь тебя. Я люблю тебя. Пока. Не забудь про обед. А, да. Взял. Уже этой осенью. Неидеальная семья.